абсолютно. Он весь такой вот. Каждая плита, она уже не держится вообще абсолютно. О плачевном состоянии обелиска на бульваре Боровецкий в прокуратуру сообщил президент благотворительного фонда Сергей Изотов, написав письмо в надзорный орган от имени всех жителей 50-го комплекса, которые, по его словам, наблюдают за разрушением памятника уже не первый год. Люди возмущены, жители возмущены, даже дети возмущены у нас таким отношением к нашим религиям, нашей культуре и к нашим победам. Памятник погибшим при защите Отечества был установлен на бульваре в 2011-м. По словам местных жителей, обслуживанием обелиска занимается горзеленхоз. Но за эти годы представители организации лишь однажды заменили две разрушенные плиты. Очень много было, да, птичьего помета на памятнике. То есть его никто не моет, не убирает. Абсолютно за ним никто не ухаживает. После обращения граждан прокуратура также обратила внимание на аварийное состояние скамеек. В настоящее время рабочие частично устранили недочеты, вымыли обелиск и очистили всю территорию от снега и наледи до асфальта. Мы обслуживаем. Мы же капитальный ремонт не имеем права делать. Это же для этого профессионал есть для этого дела. Неважно, кто будет заниматься реконструкцией, главное, чтобы провели ее как можно быстрее, подытожили в прокуратуре. В ходе проверки было установлено, что обелиск славы воинам села Боровецкий находится в неудовлетворительном состоянии. По результатам проверки прокуратуры и города в адрес руководителя исполнительного комитета города было внесено представление об устранении нарушений законодательства. Для ускорения процесса руководитель исполкома запланировал визит на бульвар, чтобы оценить состояние обелиска. Екатерина Салекина, Эльвира Ермакова, Алексей Шатунов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».